Спасибо большое. Спасибо вам. Кто начнет, господа? Очень чувственная девочка. Она очень чувственная и на контрастах простроена. Припев громкий, хороший, держит хорошо гитару, аккорд хорошо держит. Правильно я говорю, да? Правильно. Спасибо большое. И очень лиричный запев, мягкий, мелодичный, классный. Я за. Да, говорит Юрий Михайлович. Сергей, очень интересно знать ваше мнение. Как вы относитесь вообще к группе «Сплин»? Мне нравится группа «Сплин». А бывает такое, что вот рокеры, рок-н-ролльщики, рок-музыканты слушают песни друг друга и восхищаются? Такое бывает в вашем цеху? У меня бывает. Вот с этой песней так было у вас? Не скажу. Да, это очень хорошая песня. Не скажу, что я прям... Ах, нет. Но это классная песня, и сейчас было прекрасное исполнение. Вы говорите... Я говорю «да». Да! 2-0. Спасибо большое. Я говорю то же самое. Да, девочка очень чувственная, действительно. От сердца всего, от всей души поет и понимает, про что речь. Я, конечно, мечтаю, чтобы в Америке были больше таких 17-летних, как эта девушка. Артистов, да? Артистов. А, мне очень понравилось. Я то же самое. Я почувствовал это. Молодец. Я говорю «да». Окей. Ура! Спасибо большое. 4 «да». 4 года назад я ее услышал. Это было очень давно, она была совсем маленькая. Вот мы позвонили маме, связались с ними, хотели, вот мы думали, но она была совсем кроха, и мы не знали, что с этим делать. Но она, очевидно, очень талантливая. Привет, Таис. Столько комплиментов за один вечер. Слов больше не надо. Поздравляем вас. Только не зазнавайтесь, готовьтесь к следующему туру, будет сложно, да.